стопы. Я что, дерево руками могу добывать? Хулям мигас, с вами снова я, Ноуди. И сегодня мы играем в игру под названием... The Field. Ихт. Это игра про выживание после крушения самолета. Ну что ж, не буду вас долго затягивать. Приятного просмотра, друзья. Так, кого же мне выбрать? Тебя? Тебя? Или тебя? Очень сложный выбор. Пожалуй, выберу тебя. Погнали. Пройти ли обучение? Нет, нафига оно нужно, правильно? Будем разбираться сами в этом бренном мире. Так, а это у нас тут лежит? Гриб. Слушай, неплохо. Открываем наш первый ящик. О, гниль? Да вы серьезно, что ли? Что-нибудь получше не могли подсунуть сюда? Ну, хоть химикаты есть. Возможно, что-то годное можно скрафтить. Возьмем их, ну и гниль тоже заберем. Может, где-то и понадобится. Так, а это у нас что здесь лежит? Аптечка, слушай, давай, забирай ее. Да не бей ты, можешь ее забрать? Да хоть бить, забери. Отлично, все, теперь у нас есть аптечка, и мы можем похилиться в любой момент. Так, ну давайте этот ящик еще откроем, может быть, что-то вам годное есть. Олень, здравствуйте. Здорово, Ноуди. Так, забирай сюда батарейка. Слушай, неплохо. Так, смотрим наше местохождение по карте, и нам нужно на восклицательный знак, наверное, сходить. Потому что нам какая-то миссия 100% будет. Погнали. Я, блин, столько хожу, и вообще никакого лута вообще не попадается. Это очень, на самом деле, печально, потому что я практически без лута хожу, хотя у меня полный инвентарь, да. Стоп, я что, дерево руками могу добывать? Так это меняет дело. Давай, съешь этот гриб, чертов. Блин, съел. Мухомор. Ладно, пофиг, собирай древесину. Так, но мы уже близки к месту, потому что тут дым вон, и вон уже виднеется края этого желтого круга. Надеюсь, там будет куча лута, а не так. Пару ящиков лежат на земле, да и все. Так, пораду, дядюшка Ноуди, что здесь у нас? Оу, разбитый самолет. Ну почему я был не удивлен? В ящике у нас повязка, гниль и детали. Слушай, вот детали, наверное, нужны. Давай заберем их. Хотя повязка тоже нужна. У нас 70 хп, давайте возьмем повязку, отхилимся ей. Давай, хилься. А, только нужно выйти и отхилиться. Давай, бери, значит, дальше детали. И все, отлично. Генератор. А для чего этот генератор нужен? Странно, в инвентаре у меня его нету. Видать, у меня какой-то виртуальный инвентарь еще есть. Это на самом деле не может не радовать. Так, давайте с вами поставим нашу первую палаточку. Так, куда же тебя влепить? Чёрт, волк! Бежим отсюда! Фу, фасовая палатка! Так, текаем, текаем, текаем. Он отстал? Да вроде бы да. Ладно, все. Пойдем с того места. Не нужны нам соседи волки. Так, ну тут вроде безопасно, так что давай. Ставим палаточку здесь. Давай прямо здесь бахнем ее. Все, отлично. И что мы можем здесь с ней делать? Мы можем в нее залазить. О, тут есть система РПГ. Я, кстати, описание вообще по эту игру не читал, типа. Слушай, это на самом деле очень прикольно. Что мы можем здесь качнуть? По факту ничего мы тут не можем качнуть. Нам нужно сейчас прокачиваться. Да, на самом деле очень обидно. Но что поделать, что поделать. Но здесь есть халявный сундук, в который можем сложить свои пожитки. Так, что мы еще сюда сложим? Вот это вот мне и нужно. Вот это вот сюда иди. Вот так. Все, в принципе, норм. Блин, что-то очень быстро потемнело, и я начинаю потихонечку умирать. Это вообще никак. Я в палатке, хотя я сижу, но я до сих пор умираю. Что мне нужно сделать, чтобы не умирать? Мне очень холодно, наверное, да? Да, у меня температура падает, я не знаю, что делать. Только посмотрите, как уходит здоровье, оно просто испаряется. Вот, блин, я сейчас умру так, такими темпами. Вы только на это посмотрите. У меня было написано теплый дом. Блин, а я в итоге, вот опять написано теплый дом. Но почему я умираю от холода? Все. Конец, я умер. Так, и почему же я заспаунился на спауне, не в своей палатке? Это на самом деле меня удивляет. Но палатки больше нет, я умер, и типа палатка пропала. О, метальчик, кстати, надо добыть. То есть я так понял, что когда ты умираешь, ты все теряешь. С палаткой, со всеми строениями, и тебе приходится начинать все сначала. Но надеюсь, если я туда приду, я смогу подобрать свой лут, который выпал с палатки и который выпал с меня. Так, здесь я бутал все. Ладно, пойдем потихонечку туда посмотрим. Может быть, там что-то осталось, я смогу что-то подобрать.
свой ут, блин. Так, ну вот я потихонечку подбегаю к месту своей смерти. Да, тут что-то осталось, но лут с палатки пропал. То есть все, если ты хранишь лут в палатках, габелла, он пропадает. Так, снова ставим палатку здесь, короче. И теперь не умираем. Сейчас надо сразу сделать костер, чтобы не дохнуть. Давай сразу ушим ее. Чтобы не дохнуть от этого самого холода. То это тут проблематично будет тогда выживать, если тебя постоянно будешь заново начинать. Так, давай. Что нужно для костра? Дерево и металл. Но это не проблема. Ставим костер. Отлично. Теперь мы хоть не замерзнем ночью. И идем фармить ресы на мастерскую. Идеально. То есть, и что мы здесь можем крафтить? А, то есть мы можем вообще крафтить все вещи в игре, получается. В этой мастерской. Понял. Ладно, тогда нам нужно в первую очередь скрафтить инструменты, которые я тут наблюдаю. А для этого нужно дерево и камень. Ну, дерево и железо. Оговорочка. Ладно, идем фармить. Так, после легкого фарма крафтим инструменты себе. Что нам облегчит фарм. Так. Вот это вот давай. И вот это вот давай. Идеально, все. Теперь можно нормально пофармить, а не кулачками бить. Так, пук-пук-пук-пук. А, кстати, что? Сложим сюда ненужные нам вещи. И погнали пофармим. Закидываем дрова в костер после тяжелого фарма, чтобы погреться. И уже здесь... Сейчас, наверное, скрафтим сундучок. То места у нас уже нету в палатке. Давай, давай, ставься быстрее. Хочу в тебя скажить кучу лута. Давай, открывай. Давай сюда дерево. И метальчик давай сюда кидай. Отлично. И отправился Ноудио в великое путешествие свое. Ходил он долго в поисках лута. Но в итоге он нашел кое-что другое. Помимо лута. И это... Ему очень сильно понравилось. Так, а это что у нас за строение тут такое? Ну-ка давай, входим. Что у нас здесь? О, лут есть! Наконец-то! Единственный лут в этой пустоши. А, блин. И все? Да вы серьезно, что ли? Сухпайо хотя бы есть. Так, я что-то включил. Я включил свет. То есть генератор я поставил сюда, который был в виртуальном моем инвентаре. А это на самом деле очень хорошо. То есть у меня теперь новая цель — найти какое-то электропитание или электро-что-то типа того. Электростанцию, наверное. Так, поиски электростанции пока отменяются, потому что у меня нет ни инструментов, ни ничего у меня нет по факту. Ну, нормальных таких инструментов-то. Обычно-то у меня есть, но нормальных нету. А чтобы надо скрафтить нормальный инструмент, мне нужно что-то типа вот это вот. Что это такое, правда? Наверное, это металл, который плавится в печке. Сейчас надо поставить печку и закинуть туда метальчику поплавиться. Уже наступила ночь, а я только крафчу печку. Да, я целый день ходил, фигню страдал. Ладно, ставим печку. Давай, делай, делай ее скорее, я хочу поплавить в ней металл. Отлично. Закладывай. Так, и я завожу туда металл или нет? Вроде нет. А что мне нужно туда заложить металл? Наверное, сам металл? Да? Или нет? Вот в чем вопрос. Так, все, туда теперь я положил металл, отлично. Теперь надо ждать, пока он наплавится мне. 8 гребаных часов спустя. Блин, он столько плавился, что я у себя уже лес весь срубил. Вот он. Вы серьезно? Только один? Я туда 30 слитков заложил. Именно 30 кусков железа. И мне наплавился всего лишь один металл? Да вы серьезно? Ну ладно, улучшаем. Теперь у нас открывается новое... О. Кстати, давайте броню сделаем, она нам пригодится. Жалко, это не меховая. Правда, хотя у меня меха и нету. Ладно, давай, надевай. Деревянная броня не особо защищает от холода. Но все же. От хищников каких-нибудь она защитит. Давай, хаваем. Восполняем нашу еду. Закладываем сюда метальчик и погнали в путешествие. Отправился, блин, в путешествие. Черт, забыл совсем, что... Я сейчас умру, у меня температура падает. А дом далеко, и костер я скрафтить не могу. Ну все, я покойник, на самом деле.
Оно постепенно падает, падает, падает. Мое стремление к жизни тоже падает, падает. Бум! Их у нас уже тратится хп. Сейчас мы умрем, все исчезнет, и мы начнем сначала. Да? А вот фигушки, все. Я сначала больше не начну, только в новом выпуске. Давай, все, умирай, короче. И мы погнали в новый выпуск, уже в следующей серии. Давай, все. Дохни. И на этом печальном моменте наш сегодняшний выпуск подходит к концу. А если каким-то чудом он вам понравился, то лайк. Ну, это святое же, да? Поддержать автора, типа, сделать ему приятно. Что-то я не о том заговорил. Короче, мотивировать его делать новые и крутые видеоролики, то есть более лучшего качества. Ладно, это ваше дело, ставить или нет. А с вами был Ноди. Всем до новых встреч, друзья.